типа Тавра, да, как у нас говорят. А вдруг откуда появляется дворец? Ни с кого, ни с сего. Мне же надо время тратить, его построить. Там нет дворца. Это что говорят про дворец? Нет, нет, это в Мандагауне дворец. Или в Акулмахаване дворец. Чатикарян, нет дворца. Я объяснил подробно, я перевел. Чатикарян, нет дворца, это временное становище. Хорошо, куда появляется? Ничего не говорится о строительстве, если дворца. His ocean is, we have never heard from where the palace in underground in Nandagaon. Where Nanda Baba got palace in Nandagaon and Nandagaon. Where is Nandagaon at temple now? That was in beginnings, palace was there. The time dilapidated again, constructed. And in Gokulmahava we have seen the Chaurasikamma, that is his palace. Во времена Кришны, там где сейчас храм Кришны наверху, там был дворец. Там же в Акулмахаване. Там два основных основных места. Так это постоянные места, главные его места. Там основные места обитания, там построены храмы, построены дома основательные. Остальные временные, поэтому они там просто выпали на Японовском установились. Делали временные депутаты. Time of Krishna's talk of Lila. His palace was not made of like stone and bricks. At that time the pillar was made of jewel, much more shining than even mirror. And all the wall made of gold and bricks. When Krishna was there. I put the 84 pillars now, yeah. The same pillars, but it's not looks like something. It's been more than 5,000 people. But these pillars not looks like it's from something valuable. Time of Nanda Baba Jasoda when Krishna built proper first time made of jewel, the pillars, much more shining than even mirror, and the wall made of gold and bricks. Пучхат Мада Махарадж говорит, что во времена Кришны, дворцы Кришны, то есть дворцы Нанда Махараджа в Нандагауне, в Акулмахаване выглядели необычайно красивыми. Стены, и там, два места, и там. Колонны, стены были сделаны из такого камня, который сиял ярче, чем драгоценные камни. Все это было необычайно сделано, там были не кирпичи, там золотом. Самые очень дорогие, изысканные материалы были использованы. Все это было необычайно красиво. Один за женой. When Krishna and Baladev kill Kamsa, actually they not kill, he died by himself from fear. And Baladev not jump, only Krishna jump. Yeah.
Then they made last samskara for him in Dhruvagar. But why именно in that place, Dhruvagar? Именно. When he died, council, they so big and Krishna Balaji not so big, they're dragging. So when the dragging is so big body, then became one brain. Close to Ayodhya, not towards Haligat, the brain is called Kamsakhar. That's when pulling Kamsa, he became brain. They burnt his body in Dhruvagar because Dhruvagar was cemetery at that time. So for that reason, they burnt there. Объясняешь, почему так? Вопрос такой. Почему после того, как Кришна и Балдев убили Камсу, ну, на самом деле, не убивали, а соскнулся и слугу умер? Балдев успел коснуться, когда Кришна, на самом деле, Балдеву даже не касался, Кришна только прыгнул, только коснулся Камсу, и его сердце разорвалось до скоро. После того, как умер, так Камса был большой, они небольшие. Они его тащили за собой, принесли, а тащили за собой. И место, через которое его протащили, вот там называется Камса Тил, наверху, где наш Кришна Джагарнат, вниз к Холигейту, кто был по Туле, знает. Вот там образовалась канава, сейчас сточная канава. Вот так она так же называется, через Камса сточная канава называется. Сейчас. Вот. И вниз спустили, чтобы далеко не тащить, там в то время был крематорий в Дровограде. Он уже был там. Это было самое ближайшее место, куда его можно было стащить, чтобы это... сжечь тело, погребальные церемонии провести, потом его там сожгли. Все просто. Вопрос всем. Красуракхи это и есть самая Махамая, да? He is asking the younger sister of Baladev. Сурак. Суракхи, да. Не Суракхи. Субадра. Субадра. Субадра, the younger sister of Baladev is Йогамая. Is Йогамая, no? Мурави, когда я с вами лежал. А куда я? А кто тогда Субадра? Да, кто такая Субадра и куда это ее бумает? Да, кстати. This not completed us. Я занимаюсь массажными практиками, аюрведическими. И хочу вот эти знания, во-первых, я хочу сама научиться мудрости, мне сложно вот это все понять. Прошу благословения у вас, чтобы эти знания мне легче зашли в голову. Вот, и потом я хочу сама понять их в сердце, и со своего сердца, и своими руками лечить людям и передавать эти знания. И через это сама исцеляться, потому что у меня проблемы в теле есть. She is asking, she's telling my general practice what I'm doing for people massage. It's how I'm doing one. Ayurvedic massage. And I want to give them knowledge what I'm seeing here. But all this knowledge so complicated for me, so difficult to understand. Please give me the lessons what I can become more wise and understand. Okay, my blessing, then you can understand and this what? Easily you can make them understand, though that don't go so deep. Но не давай им больше. То есть давай лишь то, что ты понимаешь, понемножку. Понемножку. Не надо много сразу же давать. Понемножку давай. Махарадж говорит, я даю тебе благословение, понять это, обрести мудрость и понять. Но сначала нужно давать людям основополагающее знание. Знание сначала с Бхагавад-гиты начали, с самого простого. Надо людям послушать давать, сначала простого. Шри Радика, she is a princess, why she married not prince? Why she married a simple guy? You can translate her question in a sense. Вопрос такой, почему лучше мать Радика, будучи принцессой, вышла замуж не за принца, а за брачного пастуха? The marriage going to take place between Krishna and Radhika. Then Yogamaya saw, if this marriage will take place, then the Sakya mood will come. Then Radhika will be servant of Krishna. Then Parakya mood will destroy. That Krishna does not lie.
So if someone will tell, no one will hear. So Yogmaya Purnamasadevi is highly honored in complete Braj. First will tell everybody bound to follow. So Yogmaya announced, this is marriage will not be good match. It's very, very inauspicious from Krishna's side and very, very inauspicious Radhika's side. And it may be very, very, very harm may take place from both sides. Then they broke. And for him, then you can marry daughter with Abhimanyu, so it took place. Что произошло? На самом деле, обе семьи тянулись друг к другу, Ришабана Махараджа и Нанда Махараджа. Кришна тянулся к Шримати Радике, Радика к Шримати Кришне. Все мечтали об их союзе. И мама Ишода, и Киртида, все мечтали об этом. Однажды они устроили уже помолвку, все было, появилось Пилипакора озеро. В результате этой помолвки. Вот. Но Йога Майя, Пурнамаси, она размышляет над этим будущим браком, она подумала, если это произойдет, то во Врадже установится свакия бава. Не паракия, а свакия. А это значит, а если не будет паракии, то Кришна не будет счастлив. Если Кришна не будет счастлив, конец Враджу. Оба рода погибнут. Все это будет полное разрушение Враджи. Поэтому, будучи самой уважаемой женщиной, Гуруджи для всех Враджабаси она объявила об этом и сказала, это в высшей степени неблагоприятный брак. Его ни в коем случае нельзя допустить, потому что это приведет к гибели всего Враджа обоих родов. Лучше отдать ее замуж за пастуха Абхиманию. Это будет лучше для Шримати Радики. Now I have one question. Теперь у меня вопрос. Now we have my question. Why Anupam became my son? You can ask him. Anupam? Why Anupam became my son? Почему Анупам стал моим сыном? Это было, когда я еще только, я не был настоящим преданным. Я находился, так сказать, ну, только изучал это все. И приходил из любопытства, так сказать. Первый раз я увидел моего Гурудева, и он действительно был с ним, так сказать, ошеломлен тем, что одним его присутствием. И потом, я не умею по-английски, я не знал, что когда-то я приду к тому, что я получу Гурудева, я об этом действительно мечтал. И эта мечта действительно сбылась потом. И получилось так, что проходя мимо, Гурудев, он остановился около меня, я вообще-то не мог подозревать, и спросил меня, как это самое, хочу ли я принять Харинаму. И в тот же момент задал он вопрос, сейчас или завтра? Может, обидно на меня, но я уже, как сказать, ну, спонтанно, я сказал сейчас, за флот. И с этого получилось, что я получил моего мнения. He told, in that time, I was just and only came. I just only started to interest. I was not so much devoted, but it was so much interesting for me. And in your association, I feel so much inspiration. I was so influenced from you, Ken. And I can only dream that you become my guru. Only dream. I never felt it will be real. And once you came close to me and asked, when you want to receive initiation, today or tomorrow? He told, are you not time to think? It's time to think yesterday. In this way, I become your son. Это когда? Это было еще до сколько? 2014. По-моему, у нас, наверное, вопрос другой, если есть, что Гуру Дев это сам позволит. Я читал Джайвадарму, да. И для меня до сих пор непонятно, что мы находились в так называемой Татасташакти, так называемой пограничной зоне, когда еще не было Луны, мы еще не было обусловлены. И мы находились уже в этом периоде, когда мы обладали знанием, и мы обладали, мы не были обусловлены. Вот для меня стоит вопрос, как могло случиться, что в этом состоянии джива в то же время решается не в пользу Кришны. He read Java Dharma and his questions. When Jiva was in the Tasta Shakti, and that time this Jiva was pure consciousness, in state of pure consciousness, and knowledge. How this
jiva can choose material world from Krishna service. How is it possible? So in the first reason, neutral place, when jiva manifests there, so there are two choices. The material world looks very glittering and attractive, and the Vaikuntha plane not look like so glittering from that place. So because this is closer, material world also look like very attractive. So mainly ego attack this side. This we are using our misusing our own independent power. So we take down. I think I want some. It's really important about him that the last. Covering of our Brahmanda shining as Krishna's skin. It's attractive so much also. Because Sadhana Goswami mentioned there, each and every covering, the Prithivi serving different different Vishuddhattva, for that is very shining like this. Maharaj объясняет, что когда Джива находится, в этом состоянии татастха, это даже не географическое положение, это положение сознания. В этот момент материальный мир находится ближе, чем духовный. И его сияние очень имеет сильное притягательное свойство для дживы. Кроме того, я говорю, Махарадж, могу ли я добавить кое-что из Брихат Бхагаватам? Да. В Брихат Бхагаватам в 3 главе 2 песни говорится, когда Гопакумар почти пересек всю вселенную, достиг последнего слоя, которая создана из первичной материи, говорится, что он был просто очарован сиянием этого слоя, именно поверхностного слоя. Почему? Потому что цвет этого сияния, цвет тела Кришны, цвет Шьям, он был просто очарован, что это сияние цвет тела Кришны. Yes. You told that Subhadra is not Yoga Maya, not same Yoga Maya. So who is she and where is? Yoga Maya is like embodiment of bhakti. No, she is asking. Lakshmi Sarupini. It's not same Krishna's sister, Mahaprabhu. No way. And who is Subhadra? Subhadra took birth later on when they came out from prison of Kamsa. Then one son named God, another daughter Subhadra. Later on. When Kamsa died, they came out from... And this first daughter, Yogamaya, where is she? Yogamaya, not daughter of Vasudev Devaki, daughter of Jasodananda. Yes, and she, where is she disappeared? She went disappeared and be inside Krishna, inside him like unmanifest form, and see that Yogamaya Purnamasi came, next together, our part came here. What is your question? What's your question? Если будете говорить по-русски, тогда другие предают участвовать, иначе все не участвуют. Типа Браджа Мандала Парикрама, в книжке написано Галока, разница между Галокой и Гагулой. В одной части написано, что Галока – это то, что находится в высочайшей части трансцендентного мира. А то, что проявлено на земле, называется Гопур. Да, по-моему, видно. Да. Дальше, через два предложения написано, что духовная обитель Господа во время его игр на земле называется Галока. Понятно. Инраджа Мандала Парикрама, чтобы нас говорить, explain the difference between Галока and Гакула. Галока is a highest place in spiritual world. Гакула is the same place in Бхаума. Yes. You and same page, little bit below, Shabbat is written. In this world, in the place where Krishna take birth, means Galoka. It's written. Golok Vrindavan, here is Gokul. Gokul and Golok Vrindavan is same. Возможно, просто ошибка. Это Гакула, там Галока. Now distribute this. One on this.